25 августа 2019 год, Харьков, сад имени Шевченко. И вот это, пожалуй, самое нужное, что сделали в саду Шевченко. Комплект гигиеничный с совком для сбора собачьих экскрементов. Прибирайтесь за своим собакой, добрый тон. Кто бы спорил. Да, хотел бы поснимать в день города. Даже пытался. Хотел поснимать на День независимости 24-го. Но это было физически невозможно. Забито было все людьми. Просто, я не знаю, как будто со всей области свезли народ. Невозможно было протолкнуться. Какой уж там разговор о ракурсах, съемках и так далее. А вот этих памятников я еще не видел. Дунаевский и Шульженко. Познакомились в Харьковском театре драмы 23-я ровку. Под аккомпанемент композиторов она выконывала свои песни. Алексей! Украина, да. У меня была ровно, в смысле была, и сейчас стоит ровно Украина. Правда, не рояль, а фортепиано. Где еще достопримечательности? Водичку сделали. Молодцы. Ой, ты посмотри, какая там красота. Здесь еще что-то реконструируют. А вон еще какой-то памятник вижу. Сейчас пройдемся, посмотрим. А потом сходим на это каскадный водопад, как сказать. Замены бывшему каскаду. Да, сад, конечно, стал. Неузнаваемым. Год за годом его ремонтировали. И вот, в принципе, уже до какого-то логического завершения довели. Так, смею предположить, Марк Бернес, да? Марк Бернес. А вон у нас еще собака Павлова.
петлять. Наткнемся еще на что-нибудь, посмотрим. Я так понял, здесь таких памятников, сюрпризов понаставили прилично. Да, ну вот 10 часов утра. И уже народу. В парке присутствует какое-то количество. А, вот тебя, пожалуйста, вон еще один памятник. Людина невидимка, это Лес Курбас. Оригинально. Так, вам памятник Шевченко. Прямо по курсу. Да, как-то все тут компактненько. И очень концентрировано. Да, позавчера я снимал каскад на закате. Сейчас с утречка поснимаю. Там в конце музыкальный фонтан. С обезьянками. О, какая радуга. Посмотри, как супер радуга, вообще классно. От одного фонтана перетекает в другой. Просто класса, красота. Да, ну в общем, тут надо как бы знать, как все это выглядело год, два, три, пять назад, чтобы оценить изменения кардинальнейшие изменения. Это уже получается свобода и памятный знак в честь провозглашения независимости в 91 году. Вчера был день независимости Украины. Ух ты, залетают брызги, ничего себе. Так, ну сейчас с
спринтерская. Нет, красота, вот посмотри, радуги везде. Посмотрим еще и на каскад. Ну, в общем-то, прошел практически весь сад Шевченко насквозь. Дубы огорожены почему-то вся с надписью 1775. Что это может значить, бог его знает. Да, вон, наверное, еще один памятник. Но это 100% даже по спине можно узнать Леонида Быкова. Наверняка кадры с фильмов будут одни старики. О, тебе, пожалуйста, тут реконструкция. Да, реконструкция, вынесли все, елки-моталки. Я здесь был 1000 лет назад, в смысле в зале. Так. Справа дельфинарий. И вон еще какой-то. А там просто портрет, да? В рамку влезают. Ну, кто влезает, кто не влезает, конечно. И получается картина. А кто это? Мы тут смотрели. Вон он, харьковский дельфинарий. И впереди у нас каскад. Ну вот и все. Вот он наш каскад, который стал Потемкинской лестницей. Суррогатом Потемкинской лестницы. 25 августа 2019 в Харькове.